От имени творческой интеллигенции культурного центра «Кавказ» примите мои сердечные поздравления с праздником дружбы и единения, любви и согласия, веры и мужества. С Днем народного единства, дорогие друзья! Я с большим сердечным приветом обращаюсь к вам, дорогие земляки, поздравляю вас с этим замечательным праздником. Что есть дороже единства, согласия, дружбы между многонациональным народом России, наш Саратовский регион, очень большой, и живут здесь, над Волгой, многонациональные народы. Я с удовольствием хочу передать привет всем моим коллегам, всем моим землякам. С Днем Единства России! Тіләсе нинди сынауларда бізден бірене де тартып алмай. Инчитесіз сұн қайрелейкі, қаразан дамсаз мұстараны итмейт бақи. Желде елі үскен күрдағы қайында. А мож, она начинается с весенней запевки скворца. Шуше, азаге, тюлен миторган. С чего начинается Родина? С окошек, горящих вдали. Со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. Никуце аньска слове, кнацки аньфлери дзайниц. Из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес.